что я вам могу сказать? Летом надо было делать. Сезон близится к завершению. Ремонт Майорчака на самом старте. Дорога тут ужасная, признаются водители. Асфальт пошел волнами и кое-где напоминает решето. Латать ямы и трещины тут давно пора. Ну, ужасно, критично. Хотелось бы получше дорогу. Здесь уже и колледжи, и техникумы, и какие-то здания, бизнес-центры. А дорога отвратительная. Давно бы уже пора сделать. Ну, подвеска на машине просто приходит в негодность. То есть, как бы, ну, я не сильно рад здесь ездить. Подрядчика, правда, пока не нашли. Конкурс объявили несколько дней назад. И к основным работам приступят только к концу месяца. На 180 метрах обновят асфальт, освещение, бордюры. Бортовые камни установят и на самой дороге, как сейчас на свободном. Правда, ремонтировать будут небольшой участок от перекрестка со свободным до техникума на Майорчака. Ну и все, что пока успели сделать, это разворотить обочину, выдернуть старые бордюры, да и вот, собственно, все. Улица Майорчака попала в план по ремонту одной из последних. Плюс пришлось долго ждать финансирования, потому и сроки затянулись, объясняют в управлении дорог. Там уверяют, осень, работе не помеха, на качестве покрытия это не скажется. У нас уже был опыт в прошлом году, когда также было позднее доведение финансирования. И у нас было 9 объектов, к которым мы тоже приступили в сентябре. Пока как практика показала, что их успели сделать, сделали качественно. В любом случае у нас есть лабораторное обследование. То есть все этапы, они контролируются. А это уже улица Матросова. Водители спят и видят, когда здесь, наконец, все закончат. Ресурсники меняют 400 метров трубы. С лета этот участок стоит в пробках. Если здесь ехать, ну, минут 20-30 минимум. То есть проще объехать иногда через тот мост, чем здесь стоять. Утром и вечером, да и в обед такая же фигня. Как бы, не знаю, почему так это все долго. Я работаю на Свердловской. Вот с работы едешь, живу на Пашином, пешком 10 минут ходьбы, а на машине порой 40 минут, а то и час едешь. И стоять в пробках водителям придется еще как минимум месяц, но это в рамках сроков. Теплоснабжающая компания основную часть работ уже сделала, затем улицу будут расширять. Вероятность того, что мы уйдем по срокам вправо, то есть затянем, работы нет, поскольку мы там организовали уже двухсменный режим работы, при необходимости уйдем на трехсменный и будем там работать, чтобы сделать это в срок. Те объемы, которые нам поручено сделать в этом году, это, конечно, для нас, ну, рекорд за последние там лет 20. Поэтому почти 60 километров построить и реконструировать в городской в стесненной среде действительно сложно. В процессе ремонта и на Сурикова бригадам нужна еще неделя, чтобы закончить подземные работы и приступить к восстановлению дорожного полотна. На финише ремонт на Северо-Енисейской. Отсюда техника уйдет уже на следующей неделе. Анастасия Тиря, Алексей Овсянников и Иван Дорофеев. Енисей. Новости.